побывает в первом круге. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира Адам Сайкиев. Красноярск, параллельный зачет, Чеченская Республика. Адам Сайкиев в этом году вернулся в большой спорт после долгого перерыва. Ему 35 лет. Тренируется в Красноярске. Тренер Виктор Алексеев и Салим Муцалханов. Борьбой занимается 20 лет. Адам Сайкиев. Мастер спорта Умахан Магомедханов представляет Нижнекамск. 90-го года рождения. Родился в городе Хасавюрте, Дагестан. Тренер Салимбек Билалов. Является победителем федеральной зоны России. Приволжский федеральный округ. На ковре «Б» победу одержал Иса Даудов, город Красноярск. Приглашаются Зурат Наниев, Осман Исаков. Уважаемые участники и зрители, в спортивном комплексе, где проходят наши соревнования, работает видеонаблюдение. Поэтому, пожалуйста, придерживайтесь правил порядка, такта на соревнованиях по борьбе. Еще раз напоминаю, работает видеонаблюдение на спортивной арене и во всем спортивном комплексе. Мы еще раз просим секьюрити удалить всех посторонних с рабочей арены. Пожалуйста, пройдите без напоминания, уважаемые лишние, со спортивной ареной. Кому здесь не положено, все, и тренеры, и болельщики, тем более. На ковре «Б» борец в красном трико Зурат Наниев, город Кемерово. В синем трико Осман Исаков, Дагестан. На ковре «А» победу одержал Шамиль Саликов, Дагестан. Приглашаются Султан Мурат Салимагаев, город Москва, Давид Жебелек, Красноярск. На него чуть-чуть двигайся. Капкан. Кольцо ложит. Двигайся. Держи. Thank you.
На ковре А в красном трико борется Султан Мурат Салимагаев, город Москва, мастер спорта. В синем трико Давид Жебелек, город Красноярск.